В Беларуси продолжается уборочная кампания. Уже собрано 45 тысяч тонн зерна нового урожая. Из-за разницы климатических условий ситуация по регионам существенно отличается. Готовность техники проверяет госконтроль. Задача не просто выявить, но и оперативно устранить недочеты. Горизонт анонсирует выход на рынок новой линейки компьютеров мини-ПК H-Top. Устройство компактных размеров. По функциональности и техническим характеристикам не уступает стандартному системному блоку. Как отмечают разработчики, предприятие ожидает хороший спрос. Производство опытной партии уже на финишной прямой. Госстандарт запретил 826 наименований опасной продукции за первое полугодие 2023-го. В списке товары для детей, подростков, изделия легкой промышленности, электроприборы и другое. В основном нарушения касались маркировки и связаны с подтверждением соответствия продукции обязательным требованиям. Белорусские и зарубежные журналисты подали порядка 460 заявок на аккредитацию на Славянский базар. На фестиваль приедут представители 40 иностранных СМИ из Болгарии, Казахстана, Китая, Латвии, России, Сербии и Эстонии. Сам фестиваль пройдет с 13 по 16 июля. Отдельные события запланированы на 12 и 17 числа. Неработающий 57-летний бобруйчанин незаконно хранил дома 100 литров спирта на общую сумму 2500 рублей. Известно, что несколько десятков канистр мужчина приобрел у знакомого. По данному факту проводится проверка.